Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы мастеров Миньона. Роден, 1869 год, бронза, 41/27. Миньона — одно из немногих сохранившихся ранних произведений мастера. Роден начал заниматься скульптурой в 1860-е. Долгое время он работал простым оформителем здания. Во французском искусстве в тот период царили академические традиции. Ваятели учили обращать внимание на математически выверенную правильность, а не на человеческую теплоту образа. В этом творении Роден изобразил персонаж произведения Иоганна Гёте «Годы учения Вильгельма Мейстера», 1795 год. Он стремится исполнить психологический портрет Миньоны, девочки-подростка, которая отличалась замкнутым характером. В романе ей досталась незавидная роль. Она терпела оскорбления и насмешки и была влюблена в главного героя. В этой скульптуре виден основной талант мастера – умение создать непосредственный живой образ, одновременно типичный и эмоционально точный, и индивидуальный. Для этого изваяния Роденом позировала спутница всей его жизни Роза Бюре. Ну, вот такое описание нашел в интернете. Текст по книге «Великие музеи мира». Работа находится в музее Родена в Париже. Пока-пока. До свидания. Всего хорошего.